прошу садиться. Свидетели, присутствующие в зале судебного заседания, я прошу вас удалиться. Объявляю судебное заседание открытым. Каморским районным судом города Москвы в открытом судебном заседании слушается уголовное дело по обвинению Ходорковского Михаила Борисовича, Лебедева Платона Леонидовича. Регламент судебного заседания всем понятен участникам процесса? Понятен. Подсудимый Ходорковский, встаньте. Президент Медведев, говоря о борьбе с коррупцией, счел необходимым начать с предоставления обществу собственной декларации о доходах и имуществе. Он совершенно точно понимает, что власть не имеет права говорить об одних законах для себя и о других для общества. В нашей стране именно такая очевидная несправедливость и порождает массовый правовой нигилизм. Власть, начни с себя, или не ожидай, что общество тебя будет воспринимать всерьез и поддерживать. Давайте объяснение по предъявленному иску. Имеете право просить суд принять меры обеспечения заявленного иска. Право отказаться от предъявленного гражданского иска. Обжаловать решение суда, касающегося гражданского иска, знать о принципе. Марина Филипповна, можно буквально на пару слов? Дайте воздуху подать. Мы просто там... 100% право, потому что я достаточно за все эти годы, что он работал, знаю эту систему, понимаете, поэтому все, что говорит противная сторона, не потому что она противоборная сторона, а потому что это сплошная ложь. I'm a little bit concerned that there is a second trial because Khodorkovsky and Lebedev and other former members of UKOS are sentenced to many years. And so I'm a little bit concerned about this second trial. And so I look very consciously to this trial. And at the end, today I cannot give a vote to the trial, but at the end I think you can say, has there been a change in the legal system or not?